Смотрите, какие деревья здесь. Вообще здоровские. Они крякают, как эти утки. А там утки, а там утки точно. Я говорю, ну, фламинго крякает, как утки. Из поговорки «белая ворона». Это значит черный фламинго. Да. Но они не черные. Ну все же не розовые, да. Такие чистенькие, такие красивые, такие холеные. Это я нисколько не приближала, это они вот так вот рядом стоят. Да, если я вот руку поставлю на вытянутую руку, еще на вытянутую руку и до него дотронуться можно. Ой, 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 смотри, готов лететь просто. Танцует, танцует. Я скажу, взял бы, да полетел бы как, да? Угу. Можно если покупать мог. Еду. И они могут эту еду давать птицам. Да, но только ту еду, которую вы здесь покупаете. Свою еду вы не можете принести и кормить. Смотри, смотри, что делает-то. Что? Может, это самцы так выглядят? А самки розовые, может, так? Нет? Нет. Вряд ли. Написано «манки». Что такое, Ева? Листик. Спасибо. «Манки трейлс». Обезьянья тропа. Вон обезьянки висят тут. Сафари. Какой бамбук? Это не сафари. Это бамбук. Дерево. Вы посмотрите, какой ствол. В основании он толще, чем бицепс у взрослого накачанного мужчины. Вот эта тропа, она, видите, идет так. Первый этаж, второй этаж. И так она будет идти, идти туда, в общем, еще выше. И там есть еще лифт, кстати. То есть, кто не может вот так вот тяжело, кому могут на лифте подняться и спуститься. А кто здесь? Ой, какие хорошенькие черненькие. Что ты нашел? Нет, Ева, это мартышки. Грызет что-то. Посмотрите, здесь, наверное, сколько, ну две вот точно видим, но может быть еще парочку. Но посмотрите, какой для них вольер огромный. Вольер, куда они могут заходить, выходить. Посмотрите, какая территория у них огромная. Целые джунгли построили для нескольких обезьянок. Вот здесь. Блэк Манго Бэй? Манго Бэй? Манго Би. Манго Би? Это что, у них кровать? Вот, которых мы сейчас видели, да. Папа, это кровать у них? Да, типа. Это у них кровать. Качалочка. А здесь кто? А, здесь тоже обезьянки. Смотрите, какие. Волчья обезьяна? Волк. Смотри, вон. Ой, какая классная трехцветная. Где? Зайка, вот она наверху сидит. Вот. Видишь? Где? Ева. Вот она. Вот сидит. Она двигается даже. Ага. Рыженькая, черненькая, беленькая, серенькая, четырех аж цветная. Вот такое грустное лицо у нее. Выражение лица такое, как старикашка такой сидит. Нет. Она испугается. Да, попа почесать надо, да. Ну, посмотри, там павьян. Вау. Ой, ну ушел. Вон он, вон, видно вам? Это самец. Это манки. Не смотри. Вот, Виталик, которого мы сейчас вот это видим, это вулфс манки. Волф с манки. Волчья обезьяна. А вот это, вот смотрите, какой огромный. Ой, а что у него нос такой? Это нос такой? Да. Как будто у него что-то надето на нос. Давай иди сюда, мы на тебя посмотрим. Иди, мой хороший. Нет, он пошел в вольер. А тут снизу вот еще сидит.
Эх, ушел туда вольер. Вот он где-то идет. Идет? Видно вам? Макака с красной какой. Самец воевода дозором обходит владения свои. Слушай, видимо, значит, они этот хорошо уживаются, да? Такая большая обезьяна и маленькая. Вот сейчас кого мы видели. Ну, надо же, как будто нарисованный у него нос красный. Он вот и есть белый. Нарисованный. Нет, здесь-то нарисованный. А на самой обезьяне мы сейчас видели. Я думала, как будто ей что-то надели на нос. Кто там? Вон он идет. Ой, горилла. Маленькая. Видишь? Ага. У них качели. А вон по веревке. Смотрите, по веревке бежит. Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Ай, классная такая. Слушай, мне кажется, обезьяны самые смешные животные, да? Самые. Она что, прыгнула? Они такие забавные. Нет, она вон там за деревом сидит на веревке. Они могут. Вон она бежит. Видишь, как они могут ловко по веревкам, Ева, передвигаться. Ей нужен хвост, как пятая рука. Видишь, она как им тут все сделали? Хвостом балансирует. И поэтому с веревки не сваливают. Вон сколько деревьев сделали, веревок, чтобы ему весело было тут жить и скакать по деревьям. Или? Вот он. Это маленький, по-моему, детеныш, да? Это не тот, который ходил. Это поменьше. Ой, мой сладкий, так глаза поднял. Красиво. Что-то печально жует. Да. Дяденька сказал по-русски, видишь, что мы по-русски говорим. Они не так разговаривают, слышит, они говорят вот так. Мы вот так разговариваем. О, так так важно прохаживается неспешно, да? Старый, что ли, Виталик? Нет. Просто такой, да, степенный. Старый наш или такие побольше. У них лопатки на спине седые. Все, пошел к другой обезьянке. Слышали, дяденька рядом с которым стоял, услышал, видимо, что мы по-русски говорим. И сначала так сказал beautiful, а потом такой говорит красиво. Видимо, чтоб нам тоже приятно было. Красивые листики. Да. Он решил нам по-русски, что, ну не нам, а как будто бы так вот в никуда сказал об обезьянке красиво. Видите, некоторые слова все-таки знают. Некоторые люди очень много русских слов вот знают. Это самый большой в мире цветок, который цветет. О, это вот этот, который как похож на павлина-то, да? Который мы сейчас сидели в кафешке. Это парнась. Да. Райская птица. Райская, да. Птица. Но он как-то по-другому называется. Что здесь? Тоже манки, да? Да, еще спускаются. Попить, искупаться. Эх, вот здесь бы их хорошо увидеть, да, близко? Но сейчас их тут нет. Пойдем. Папа там что-то увидел. Ой, какие хорошки! Ой, какие мордочки у них смешные! Ой! Это как будто с какого-то космического фильма. Вы видели? Это капуцин. У них так, как человеческие мордочки, как будто. А почему они такие маленькие? Такие маленькие.
Ой, а он, смотри, качается, качается. Тын-дын, тын-дын. Кайфуша такой, да? Они такие забавные. Он переходит. Ой, как можно так понять, еще по громкоговорителю, что говорят, да, вообще? Ой-ой-ой-ой. Вот, да, капуцин. Человек с бульвара Капуцинов, я вспомнила. Человек с бульвара Капуцинов. Но это не такой, не черно-белый. Как он? А тут написано «Тафф». Тут... Да. Может, нет. Смотри, как они лазят, они такие смешные. Дин-дин-дин-дин-дин. А это все как качался, так и качается. Какие забавные. А мы прошли и не заметили, потому что вниз смотрели, а надо было наверх смотреть. Пошлите дальше, девочки. Один прям подошел, только мы подошли, он подошел так близко, мордочку показал. Мама, пойдем. Пойдем. Только бы батарейки хватило. Вот здесь, вон он, цветок, хищник, Венерина мухоловка. Покажи, где? Хлопушечки такие, да, я туда наклоню. Ой, смотри, держит, прихлопнет хлопушечки. Так. И они что, питаются мухами? Да. О, какая гадость. Вот они. Вот сюда заползает муха, коробочка чик, защелкивается. Ой, тоже сидит, такая смешная, попу чешет. С белыми такими этими. А те залезли наверх. Они вот тут внизу сидели, когда мы проходили. Ух ты, ничего себе. Кабинок там смешно плавает. Такая тын-тын, идите отсюда, идите отсюда. Темновато здесь, конечно. Давай я посвечу. Да ладно. Посмотрите, кто сидит там. Не хочу, он тогда похож. Ух ты, выходит. Он сюда пошел. А, там не видно. Это написано fishing cod. Вот рыболов. Да.